Всем привет, мои хорошие, с вами Аки Эмили и, как всегда, гора еды. Я долго думала, что же можно снять, чего у меня не было. Нашла в супермаркете вот такое вот интересное мороженое. Вот. Интересно попробовать. Наверное, мы начнем с мороженого, потому что это все дело тает. Здесь у нас кексики небольшие. Чипсы, как вы видели, уже Принглс, сырные мои любимые. И, конечно же, чудо. Я, кстати, ложку забыла. В середине видео пойду за ложкой. Давайте приступим с мороженого. Такое ощущение, что это не совсем мороженое, а внутри какой-то йогурт, который заморозили в морозилке. Очень необычный вкус. Давно хотела попробовать. Решила на мукбанге. Достаточно сладкое. И как вы думаете, чем я буду запивать мороженое? Конечно же, с чаем. Я не шучу. Когда мне ставили брекеты, мне стоматолог сказал противопоказания. И потом сказал, есть еще кое-какие моменты, которые ты стопудово делать не будешь. И я такая спрашиваю, какие моменты? Он такой, ну ты все равно это делать не будешь. Я такая, ну-ка, поподробнее. И он такой, ну нельзя холодное и горячее есть одновременно. Я говорю, ты что? Я всегда мороженое запиваю чаем. Он подумал, что это моя шутка и засмеялся. Но это не была шутка. Я люблю доесть мороженое и сразу же стаканчик горячего вкусного чая. Вообще очень люблю чай. Летом многие предпочитают не пить чай, а мне наоборот нравится. Хоть жара, хоть на пляже, особенно чай из самовара. Да просто кайф. У нас в деревне, наверное, где-то 4 самовара. Маме приданное давали самовар. Принглс с сыром. Любовь. Мы всегда отодвигаем стол посередине двора. Дай бог этот карантин закончится. И хотя бы следующим летом я вам сниму дом, в котором я родилась. Покажу вам печь, из которой я брала пыль и просто намазывала себе на лицо, думала, что я делаю себе макияж. Вообще в детстве мечтала побыстрее вырасти и начать краситься. Мечтала быть независимой, чтобы я сама могла себе что-то купить. Многие говорят, в детстве я мечтала поскорее вырасти, а сейчас я мечтаю вернуться в детство. Я не мечтаю. Я считаю, что детство – это период жизни, когда ты зависишь от своих родителей. Лучше быть независимой. Приступим. Кексики выглядят невероятно аппетитно. Я люблю кексы, особенно шоколадные. Там были обычные, просто белые. Я решила взять шоколадные. И вроде как внутри есть какой-то
Внутри должен быть какой-то сиропчик. Это как пирожное вулкан. Вот это я понимаю пирожное. Кто не знает, это пирожное наподобие этих кексиков. Тоже такой темно-шоколадного цвета. И ты просто разрезаешь, и внутри прям выливается шоколад. Это очень вкусно. Очень зрелищно, круто. Так интересно подают еще. Но это в хороших ресторанах. У нас в универе был такой крутой буфет. Просто обалдеть. Вы подумали бы, что вы зашли в дорогущий ресторан. И там, если я не ошибаюсь, как раз таки было. Это пирожное. Вулкан. Я иногда сижу и вспоминаю свои университетские годы. Я прям чувствую, как сильно я изменилась, как я повзрослела, стала другой. Некоторые мои поступки тогда, мне искренне стыдно за мои поступки. То есть в тех ситуациях я бы поступила совершенно иначе. Я сейчас стала более такой сдержанной. Раньше я была более эмоциональна. Могла с кем-то поругаться или еще что-то. Сейчас, когда я вижу, что человек настроен, например, на скандал, как-то агрессивно себя ведет, я просто сразу закругляю разговор или просто не отвечаю. Я просто иногда поражаюсь над тем, как человек может меняться. Вот говорят, что люди не меняются. Я, наверное, не соглашусь. Может, YouTube меня как-то изменил, да? Раньше, когда я слышала про себя что-то плохое, я просто подходила и предъявляла. Я говорила, давай, менсенеджерым. Давай, я тебя порву. Хочешь, я тебя порву. Сейчас мне как-то все равно. То есть, естественно, супер, знаете, каких-то оскорблений в мой адрес не поступало, но когда кто-то что-то про меня говорит, например, среди каких-то старых знакомых, до меня тоже доходят слухи, что вот, типа, Айка хорошо устроилась, сидит, жрет, зарабатывает деньги, еще плюс строительной компании, рубит бабло, живет так неплохо. Меня не обижают. Бывает, и что-то обидное слышу. Очень даже. А еще я просто общаюсь не со всеми. Раньше я старалась наладить общение со всеми, и в конце у меня ничего не получалось. Я хотела со всеми быть дружной, такой, знаете, душой компании, но у меня никогда это не получалось. Вы знаете, есть в универе, например, девочки или парни, они со всеми нормально общаются и все их обожают. Я всегда мечтала быть такой, но у меня такого никогда не было. И слава богу. До свидули. Не учимся вместе. Отлично. Я на самом деле я шучу. Вообще, к чему я этот разговор начала, я даже не знаю. Просто вчера, да, было, когда дождик был, вам виднее, когда это было,
Я встала просто утром, стою на балконе, и я настолько счастлива. Я не шучу, реально. Я реально чувствую себя очень счастливым человеком. И в последнее время я прям вот это чувствую на собственной шкуре. Может, мои слова как-то тупо звучат, а может быть, вы меня понимаете. Но человек понимает, как прекрасна жизнь, когда он начинает что-то терять. Точнее, как была прекрасна жизнь. Поэтому, пока мы молоды, пока бушует кровь, живите, радуйтесь, кушайте. Сегодня в 5 должны встретиться с Фати. Снимаю шопинг-влог. Будем покупать одежду, будем одеваться. Просто сейчас такие хорошие скидки. Надеюсь, что что-то осталось. Потому что прошло уже, наверное, недельку после того, как уже открыли магазин. Да, неделя уже прошла, и уже, наверное, все раскупили, все интересное, классное. Остался какой-то хлам, но видно будет, посмотрим, я вам буду все это снимать. Какие вкусные кексики. Далеко куда-то ехать не будем. Здесь у меня около дома там Нью-Йоркер есть. Все равно все моллы закрыты. Идти-то особо некуда. Рестораны все закрыты. Кино, домино, не знаю, все развлечения, все закрыто. Многие мне в Инстаграме пишут: «Айка, у тебя все истории из дома. Чего ты не ходишь по ресторанам?» Ребята, у нас все закрыто. У нас уже, наверное, 2 месяца, как все закрыто. Даже не 2, больше. А еще многие спрашивают про Burger Station, почему там не снимаем и все дела. Burger Station, как я поняла, они закрылись. У них будет просто доставка или они переедут. В общем, у них место расположения не вау. Поэтому, мне кажется, это верное решение. Лучше даже платить большую аренду, но находиться где-то в центре. Но сейчас, знаете, такая ситуация, что, по идее, зарплаты нужно платить. А откуда платить? У тебя заведение закрыто, за аренду надо платить. Просто многие у меня спрашивают, почему нету мукбанков с Burger Station, вы что, поссорились, что-то произошло. Некоторые пишут, что проходила мимо, увидела, что закрыто. Поэтому я решила пояснить, чтобы не было вопросов. Сейчас бы ложечку, чтобы не идти йогурт съесть. Я сейчас за ложкой обратно. Не переключаемся. Ой, я перешел. Как вы, мои дорогие? Не скучали? Вот такое вот чудо взяла. Вам отсвечивает немножко. Это творожный. Чудо, 2 слоя, это нечто. Это очень вкусно.
Обожаю. Мой любимый. Один из любимых. Вам не видно, но... Вы слышите это? Он реально такой творожный. Как будто пузырики во рту лопаются. Нечто просто. Люблю йогурты очень. Самый дешевый, нежный. Но он мне так нравится. И вот это чудо. Тоже чудесный. И последнее осталось мороженое. Оно уже растаяло. Ой. Надо было сразу с мороженого начинать. В общем, ребята, на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца, покушали вместе со мной. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Скоро у меня там уже 50 тысяч. Еще 150 тысяч на YouTube-канале. Как только стукнет, я обязательно либо с каким-то тортиком, либо, в общем, какой-то праздник. Будет вечериночка у нас. Люблю, целую, ваша Айка Эмили. Всем пока.